Так, Валерий у нас на третьем приеме. Подписчики там уже ждут, не дождутся, когда будет продолжение уже там. Живой Валерий, не живой? Конечно, живой, ребят. А, кстати, на дорогу собрал? Собрал. Вот еще подписчики помогают немножко вот этим. Да, и вот брату отдам. Вот. Огромное спасибо подписчикам. Все, кто, да, все, кто перевел, помогает. Всем дай Бог здоровья. Вот. И опять же его получили. Он спалился. Холодится так. Валерий говорит, повернулся, неловко хрустнуло у него и немножко тонус вернулся. Вот, поэтому сейчас посмотрим. Изначально на первом сеансе разница в ногах, я помню, была большая. Сейчас вот смотрим, ноги, в принципе, ровные. По температуре, вот, в принципе, одинаково, что правое, что левое, как бы теплое. Я уже не помню, как это прям... Правая холоднее была. Правая, наверное, ледяная была. Да. Сейчас вот теплые икры уже, чувствуется, что все-таки питание у ноги пошло. Поэтому динамика хорошая, слава богу. Все будет нормально. Если больного отодвинуть. По левой стороне тоже ничего. Да так же. Но есть вот, да? Вот здесь вот болит, это хорошо. Можно вот здесь вот. Позвоночек развернутый. Ну, ходишь потихонечку на дорожке? Хожу. Это хорошо. Не по дому так хожу, стараюсь больше ходить. Без напряжения, спокойно, сколько можешь, да. Шажками, мелкими ходить. А вот этих вот, как ты сделал скручивающих движений, старайся прям вообще не делать, ограничивай себя от этого. У нас тоже повернутые в правую сторону. Левый поясничный. Сейчас немножко расслабить, потом вот это за тонус вот такая вот штука. Да. Для тех, кто не знает, не видел, у Валерия такая проблема началась 8 лет назад примерно. Вот. Постепенно, ну, изначально, в общем-то, у него чувствительность, да, по одной ноге, ну, стала нарушаться. То есть, так называемая шлепающая ступня появилась. Вот, и постепенно, нога хуже. И 4 года не осталось. Ну, вот.
поднимите поясницу. Поэтому, ребята, кто желает как-то помочь финансово, вот Валерию, ссылка будет ниже под описанием видео, можете, кто сколько может, все передадим Валерию. Вот. Всем дай Бог здоровья. Потому что парень как бы из-за этого и работу потерял, да много чего потерял. В общем-то. Все сразу, все и все проявились моментально. Давай уберем теперь валик. Не подташнивает? Да вроде нет. Нет. Лежать тяжело просто.
ушла отсюда бы. Ушла. На стороне, смотрим. Тоже ушла. Так, сейчас помощь вашу нужна. На спину перевернись. Поддержать его. Просто поперек кушетки на ноги прижмешь, так сам, я же тело. Поперек ставь, и вот тут как бы, во, да, ляг прям на него. Туда, пониже. На ноги прям, чтобы прижатый был. Все, расслабься. До низа круснул. До низа круснул. Да, переворачивайся. Все, присаживайся. Сейчас немножко мокс поставим.
Ну, как-то так. В общем, друзья, пожелаем скорейшего выздоровления Валерии. Надеемся, все у него будет хорошо. Вот. Многие из вас, я знаю, переживают, молятся за него. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале.